10 мая, РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Ульяновске после падения снежной глыбы с крыши одного из частных домов на пятилетнюю воспитанницу детского сада, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона. Воспитанница детского сада номер 141 «Искорка» была госпитализирована 5 апреля. По информации СУСК РФ по региону, в момент схода снежной наледи дети находились на прогулке на территории детсада. Прокуратура проводила проверку исполнения руководством детсада требований законодательства об охране жизни и здоровья малолетних. Очередной сход с крыши дома снежно-ледяной массы повлек причинение одной из воспитанниц детского сада открытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа. Возбуждено уголовное дело по Ч.2 статья 293 УК РФ «Халатность», повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, говорится в сообщении. По информации пресс-службы, дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что вследствие периодических сходов снега с кровли дома, находящегося возле детского сада, возникла угроза для жизни и здоровья воспитанников. Вместе с тем выяснилось, что руководство дошкольного учреждения не приняло мер по недопущению нахождения детей в опасной зоне на вверенной ей территории, а также по информированию органов власти и контролирующих структур о возможном нарушении собственником жилого здания градостроительного закона.